Всем добрый день. Сегодня будем устанавливать на автомобиль Hyundai Creta дефлектор капота. Не знаю, что может из этого мне пригодиться точно. Скобы, знаю. Пленка бронированная. Салфетки обезжиривать. Черный маркет. И кислая отвертка. Дефлектор фирмы Sim. Так, подложила 5-литровую бутылку, чтобы капот маленько был приподнят. Сейчас берем дефлектор капота и прикладываем его для того, чтобы определить, где нам наклеивать бронепленку по этим отверстиям. То есть вот так вот прикладываем аккуратненько все таким образом. И потом с помощью маркера отмечу на капоте точки. Значит, приложил капот и маркером, где вот у меня есть на дефлекторе вот эти вот отверстия. Я напротив них маркером везде снизу сделал пометочки. Самые крайние — это вообще в идеале через отверстие даже маркером достал. Все, сейчас будем обезжиривать и наклеивать бронепленку. Так, с помощью салфетки, которая была в комплекте, обезжириваем. Так, ну и снизу тоже. Таким образом наклеил бронепленку. Так, перед этим я еще приложил вот так вот крепление. Думал, бронепленка будет короткая, маркером сбоку отчертил, докуда клеить бронепленку. Все, сейчас будем загибать. Напоминаю, устанавливаю один, поэтому неудобно снимать, показывать одновременно все. Так, значит, остаточек мы убираем и аккуратненько загибаем сюда. Так. Ну вот и все. И со всеми также, с остальными. Так, согласно инструкции, сначала берем скобы без буквы В. Это одна из буквы В. В. Без буквы В их две штуки все. Они, я посмотрел, разные маленько загибы. Вот берем их и будем устанавливать в крайние. Так, ребята, вот я одну установил, пока на видео не показал, чтоб посмотрел, закрыл капот, будет ли задевать фару. Все нормально, четко, фару не задевает. Сейчас покажу, как следующую. Значит, берем скобку, где у меня маркером черным середина отмечена. Ищем серединку, прям четко. Спокойненько туда ее.
Так, здесь туго идет. Там мне хорошо заходило. Двумя руками надо. Двумя руками надо. Туго зашла. Сейчас возьму дефлектор и на две скобки, но эти пока прикручу, посмотрю. Как говорится, 100 раз отмерь, один раз отрежь. Так, значит, нажиулил я на два болта дефлектор. Все-таки самые крайние придется переклеивать. Эту самую крайнюю и ту самую крайнюю. То есть, если середина совпадает вся, вот они у меня. Здесь у нас не совпадает. Сторонку надо где-то на сантиметр. Сейчас бронепленку переклею. Так что вот так вот, 100 раз отмерь, один раз отрежь. Так, ну все, все скобы установил. Довольно так, в принципе, и плотно держатся. Вообще плотно. Сейчас берем дефлектор и прикручиваем винтами сверху. То есть сверху такими винтами все прикручивается. Самое сложное оказалось наклеить бронепленку точно, чтобы основное все элементарно. Зазоры все идеально легли, нигде ничего не задевают эти скобы. Все четко. Что меня смущало, будет ли в этих местах капот задевать, потому что нету никаких. На некоторых дефлекторах сюда на капот еще клеются. Вообще плотно стоит. Дефлектор качественный. Все плотно. Посмотрим, как на скорости будет. Из всего из этого мне понадобилось только, что было в комплекте: скобы, винты, бронепленка, салфетка обезжиривать. Ну и взял я маркер черный и отвертка крестовая. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.